куда они охотятся, поднимают вверх свой хвост и жарят на кучу, так сопротивляясь. Больших скорпионах можно не бояться, жара у них не дает, просто сцеличится, а вот маленьких скорпионов надо. У них слабые клешни и очень ядовитые жары. Можно такое не подойти, если бы на них наступить только там. Зеленая игуана. Да, он очень опасный. Можете здесь поспорить? Сразу подскочил. Класс, спасибо. Еще пищи. Ему полтора года.